не это ли описывал Лев Толстой, скажите мне, а? Абсолютная тишина. Подмосковье. Близ города Чехов. Я думаю, вот это то, что вы видите в отражении стекла заднего вида, не слишком, не ступает, на мой взгляд, нисколько в противоречие с Львом Толстым, с тем, что он описывал. Потому что машина – это благороднейшее и лучшее, что изобрел человек. Сейчас мы с вами включим жизнь двигателя, включим передатчику, запаркуемся и поснимаем поле получше. Так, так, встали. Так, машину с открытым окном я больше оставлять не буду. И пошли в одной рубашке. Сейчас. Лукойловский кофе. Толстой очень много терял, что в его жизни не было лукойловского кофе. Слушайте, какая тишина. Шмель. Шмель только что залез, твою мать, в нору. Нет, он не в нору залез. Ты мечтал крупно поснимать шмеля. Так, историю про шмеля я еще расскажу. Вот так. Учитесь, друзья, как быть счастливым. Вот так кружиться в поле.